Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас из солнечного Египта. Компания TUI Украина рекомендует отель Caribbean World Resort Soma Bay как отель, являющийся идеальным по сочетанию цены и качества. Начнем мы с холла отеля, в котором расположен ресепшн, бесплатная зона Wi-Fi и стойка гида и guest relation. Холл отеля просторный, очень светлый. Слева есть еще банкомат. И также возле него находится гид TUI. Обратите внимание на здание, расположенное справа. Там находится главный ресторан Caribbean. Питание в нем разнообразное. По системе все включено. Помимо завтрака, обеда и ужина, подается поздний ужин с 11 вечера до 12 вечера. Гриль-меню присутствует, морепродукты, мясо, мясные блюда и блюда египетской кухни. На территории уютно расположились корпуса с номерами, 4 бассейна. Из 4 бассейнов 3 взрослые и 1 детский. Также аквапарк, детский клуб и более 12 баров и ресторанов. Всего отель располагает номерным фондом 529 номеров, из которых 372 номера категории Superior. Именно их и предлагает компания TUI к бронированию у себя на сайте. В номере находится одна большая или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор, сейф и мини-бар. Мини-бар пополняется ежедневно одной бутылкой 1,5-литровой воды. Все остальные напитки при необходимости, но за дополнительную плату. Номера Superior площадью 50 метров квадратных и максимальное размещение в них 2 плюс 2. Корпуса с номерами, о которых я рассказывал, расположены по левую и правую сторону от бассейна. У каждого номера есть выход на балкон, есть свой балкон, либо терраса. Можно посмотреть справа, например, на первом этаже расположены как раз такие террасы, и с этой террасы можно выйти прямо к бассейну. Сотрудники отеля очень тщательно ухаживают за территорией, все очень чистенько, аккуратненько, приятно ходить, смотреть, везде прогуливаться. Ландшафтный дизайн очень хорошо сделан, продуман, и все кусты, газоны аккуратно подстрижены, ухожены. Слева находится бассейн, который с подогревом. Это один из трех взрослых бассейнов, в нем есть подогрев, еще есть подогрев в детском бассейне. Здесь пул-бар, Ямайка называется. Тоже можно заказать напитки и посидеть, отдохнуть. Туристов достаточно много. Основной контингент туристов сейчас из Украины. Есть также из Белоруссии, Латвии, Литвы, бывших стран СНГ. Справа один из ресторанов а-ля карт. К слову, их два в отеле. Один с итальянской кухней, один с восточной. Все гости, которые проживают в отеле, отдыхают, они могут один раз за время пребывания на 7 ночей воспользоваться услугами а-ля карт ресторана для того, чтобы там поужинать. Сейчас мы находимся около мини-аквапарка. Здесь есть 3 горки для взрослых и 2 горки для детей. Здесь вот площадка, на которой занимается до 12 часов утра, там проходит йога и зарядка. Также рядом с этой площадкой расположен детская площадка и волейбол. Пляжный бар расположен. Здесь у нас с правой стороны. Здесь можно заказать напитки и, если проголодались, перекусить хот-догами, картофель фри здесь подается, ну и еще салаты разнообразные. Мы подходим к активной части пляжа. Привет!
у нас начинается утренняя зарядочка. Дальше в 10:30 бочная игра французская. В 10:30 матч по волейболу. Потом каждый день в 11 часов у нас есть бодиденс курс, либо латино. Дальше в 11:15 дартс, кто любит поиграть в дартс. В 11:30 акваэробика в море. Также после акваэробики мы всех туристов собираем и играем в какую-то игру активную 12 часов на пляжу. Потом мы закрываем утреннюю программу, как обычно, клаб-дэнсер со всеми туристами. И возвращаемся в 3 часа. И в 3:30 у нас начинается опять боча, волейбол. Каждый найдет для себя занятие. Никому скучно не будет. Опа! Хорошего дня! Спасибо! Далее! Справа от нас находится часть отеля, которая имеет название зоны релакс. Она отличается шезлонгами, чуть-чуть дальше они начнутся. Там не слышна музыка, можно отдыхать, чтобы никто не мешал. В основном там отдыхают, конечно, возрастные группы туристов, более старшие по возрасту. Вот мы с вами посмотрели отель. Вот есть отличительная особенность в нем в том, что помимо хорошего сервиса, который туристы, конечно же, получают здесь за счет анимации очень активной, такой классной, доброй, все очень сдружились, имеют такую какую-то сплоченную атмосферу. Вот как-то здесь царит атмосфера дружбы. Компания TUI, мы создаем путешествия, которые делают вас счастливыми. Желаем удачи вам, всего доброго, до свидания. Хотела ему сделать вот так, чтобы он смеялся, но уже получилось.